Добрый вечер. Спасибо всем вам за то, что вы пришли. Ну, не мне вам рассказывать о том, что судьба следует за словом. Но хочу вам напомнить, что вы пришли на концерт Яны Симон. Для тех, кто, так сказать, мало ли что бывает в дороге. Сегодняшний вечер можно считать такой маленькой презентацией, небольшой презентацией нового альбома, который вышел сейчас в Казани, он тут есть, который называется «Ангел и птиц». Это авторский альбом Яны. Но для меня, видимо, пришло время заявить о какой-то своей программе в этой жизни. И, конечно, ничего случайного нет, и то, что сегодняшняя программа, как вы видели на афише, называется для сегодняшний вечер Яна Симон в программе Елены Фроловой, значит, говорит о том, что, знаешь, существует некая такая программа или ряд мероприятий, вот, составляющий некую такую, наверное, мою концепцию в этой жизни. Вот я тут программу вам читаю. Что есть программа? Ну, наверное, все-таки трудно словами высказать то, что, ну, испокон века и до сегодня считается несказуемым, но что живет в таком пространстве, которое мы называем голос, музыка, поэзия, живет, поет, летает. Может быть, моя жизнь является некой такой программой по обеспечению этого полета. Но сегодня центр управления этими полетами я передаю поэту, композитору и удивительному голосу Яне Симон. Концерт будет в одном отделении. Записки присылать можно. Экипаж корабля желает вам приятного полета. Яна Симон. Сегодняшняя будет немножечко шире, то есть представлены не только «Ангелы и птицы», но и несколько других песен, которые в альбом не вошли. А начну я с самой первой моей птичьей песни, благодаря которой, вероятно, и появились остальные птичьи песни, весь остальной птичий цикл. Называется она «Птица певчая». Жить да поживать, будешь в клетке.
далечи, но обнимая вас за плечи, я неосознанно отмечу, как бьется жилка на виске, как бьется жилка на виске. Сонет и баллада.
солгу и чем вину невольную измерю. Я слову «да» поверить не могу, а слову «нет» тем более не верю. Признаний двух такой ответ уста мои влажны.
шепчет серебряный крест на груди деревья. По воле Господней мой ангел опять не со мной. И шепчет серебряный крест на груди деревья. Тебя Бог в круговерти земной, да не покинет удача, но проводы.
Темный ангел. Ангелом.
ночью темной, непроглядной, успокою, укачаю, даже если нет покоя. В небесах и на земле Thank you.
растечься во времени. Я спою песню «Часы с кукушками». Кукушка, хоть и игрушечная, тоже птица. Thank you.
раздарив тепло свое кому-то, ты не отыскал себе приюта, и тебя с бессильной парой крыл в чистом поле ветер подхватил. Я, вкусив плодов земного сада, так и не нашла себе отрады, и меня с покорностью листка увлекла течением река. Призраком любви, мечтой обманной, по седой земле обетованной, нас несло неведомо куда, от крестин до страшного суда. По его нетленному указу на земле не свиделись ни разу, и теперь в заводе тебе и плачу, и пою. Я тебе и плачу, и пою. Thank you.
второго отделения не будет, к сожалению. Или к счастью, не знаю, если в этом не успели. Так, не спела я еще. Диалог с душой. Написано на стихотворение «Юный морец». То есть посвящение на стихотворение, что там светится, душа. Браво, как подсадная. Ну, мы это не знаем. Я-то слышу. Еще две птичьих песни. Напоследок. Вторая птица певчая. Thank you.
последняя птичья песня. Сердце тоска пронзит.